Пришло время Иван-царевичу жениться. Взял он лук, стрелял, идет по болоту, ищет стрелу, смотрит, лягушка сидит, стрелу держит. Говорит, ну, Иван, что мне теперь делать? Она, ну как что, поцелуй меня, я в красивую девушку превращусь. Он ее целует, хоп, и красивая девушка. Он, ну, а сейчас что делать? Она, ну как что, прижми меня к дереву. Он ее взял и жахнул. Он снова, а сейчас-то что мне делать? Она, ну как что, женись теперь на мне. Он, не хочу. Она, да я снова в лягушку превращусь. Он, да бог с ней. Она хлоп и снова в лягушку превратилась. Он так ее берет за лапку, в корма ложит. Говорит, такая херня удобная.